канале Супер Развлекательный. И сегодня мы готовим. Я думаю, что готовить любит каждый. Я, например, просто обожаю. Тем более, когда у меня есть и кофейня, и пекарня, и даже целый стадион. В замечательной игре «Кухонная лихорадка». Мои подписчики мне говорят: «Малтушка, зачем ты это все покупаешь, если ты не можешь пройти нормально уровни?» И я думаю, действительно, зачем? Зачем я это все покупаю? Ведь надо развивать то, что ты уже купила. И прямо сейчас я планирую это делать. Ну, начнем мы, конечно, или продолжим играть в кофейню для разогрева. Пройдем немножечко. Кстати, у меня тут уровней почти не осталось. И 31-й я прошла только на 2 звездочки. Какой кошмар. А может, его повторить для начала? Может, мне повезет? 425 монет. Моя цель. Я уже забыла, как в нее правильно играть, в эту кофейню. Но я надеюсь, что у меня все-таки будет постепенно получаться все лучше и лучше. Вот так вот. Итак, погнали. Раз, два, три. Кетчуп. 4. Забрали. Здесь вкусняшка. Здесь вот так отдали. 2 забрали. О, слушайте, мне нравится. Так, погоди, приятель. Я тебя накормлю как следует. Что поломался? Ребят, вы что, шутите? Мне такое совершенно не подходит. Так, кто меня там слишком долго ждет? Еще, еще и еще. Ну, бери, пожалуйста. Ты чего стоишь? Так, отлично. А то они уже... Ай, забыла, забыла, забыла. Совсем забыла. Так, поем, поем, кормим. Отлично. Так, колбаска, хорошо. Забирайте, пожалуйста. Ай, сильно много. Дорогие подписчики, сильно много всего. Забирайте вкусняшку, пожалуйста. И вам, пожалуйста. И напиточек, пожалуйста. И вам напиточек, пожалуйста. Да, напиточек. Я же... А, стоп, я же уже положила напиточек. Ах, ничегошеньки, не успеваю. На все смотрю сверху вниз или сверху вверх. Так, еще картошечка. Отлично. Так, сейчас будем делать все по очереди. Вот это мое последнее приготовление. Вот, замечательно. Сюда, а сюда сосиска. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста и пожалуйста. Супер, супер, супер. Так, что у меня тут еще? Еще хотят сосиски. Вот этого у меня... Ай, пополню за один кристаллик. Ой, 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 она уже ушла, ребяточки, она уже ушла. Ах, все так дорого стоит, я вам честно скажу. Один кристаллик стоит, чтобы купить все, что мне необходимо. А необходимо мне в этом случае слишком много. Например, кексики. Что, ушли? А, нет, только не это. Вообще, как они быстро ушли? Почему они ничегошеньки не дождались? И я опять набрала только 2 звездочки. Это слишком сложно для меня. Ну что ж, 2 так 2. Не буду расстраиваться. Давайте лучше дальше пойдем. А дальше мне бы по возможности поразвиваться слегка. О, да, это все очень дорого. Но придется купить. Ого, какая у меня кола. А эта сковородка для гамбургеров, она мне в принципе не нужна. Ой, сколько всего нужно отдать. И монет совсем не хватает, друзья. Как же это все очень-очень-очень сложно. Итак, помидоры можно улучшить, картофель фри. Ах, я бы, конечно, улучшила. И даже кексы. Ну, кексы там можно улучшить. Ого, кексы с вишенками, представляете? Вот это да. Правда, я потратила слишком много кристаллов. Но ничего страшного, иду в 32 уровень, попробую. Может, ой, здесь улучшенное сработает получше? Итак, где там моя колбаса? Ставим сразу картофель фри, кстати, его необходимо, просто необходимо улучшить. И попробуем действовать по-другому. Например, даем сейчас этим вот вкусняшку, самую главную. И с ними уже расквитались. Ой, а кекс, я же только собиралась дать вам кекс. Ну, ничего страшного. Так, здесь от меня требуют хот-дога. Мы будем все делать по очереди. И хороший хот-дог. Так, здесь еще и еще. И что? Вы уже уходите? Ну, я же все собиралась делать по очереди. Ну, ладно.
Так, здесь 2, 3. Отлично, напиточек хотим. И вот это хотим. Супер, здесь напиточек. Здесь, ой-ой-ой, сейчас уйдет. Прямо чувствую, когда человек собирается уйти. Так, а здесь, конечно же, вкусняшка. Ой, когда надо так много всего положить, это просто невыносимо. Ну, вроде бы я справляюсь. Еще бы одна сосисочка вот сюда. Отлично, так. Еще сюда и сюда. И кексик, кексик. О, получилось, представляете? Так, отлично, сосиска. Замечательно. Ой-ой-ой, у меня, кажется, тут все-все-все. Уже, а, хот-дог, здесь нужен хот-дог, да еще с кетчупом. Ну, держите, пожалуйста. Так, ой, сюда не надо, вот сюда надо, замечательно. Так, ну, может, мне повезет. Ой, тут же нету колбаски. Я делаю слишком много резких движений. Только не уходите, пожалуйста, мадам, не уходите. Сейчас все будет окей. Ой-ой-ой-ой, да, мадам, кажется, ой, кексик, уже не хочет кексик. Да что ж такое-то, а? Так, ладно, сосиска и сосиска. Ну, возьмите, пожалуйста, сосиску. Вот так и вот так с кетчупом. И сюда вкусняшку. И вот сюда вкусняшку. И даже сюда вкусняшку. Ну что, есть? 3 звезды, друзья! 3 звезды, я не верю своим глазам. Это так здорово. И мой баланс пополнился. Давайте смотреть, что мы еще можем прикупить. Так, кола опять 5 кристаллов требует. А есть что-нибудь такое, за что вообще не требует сейчас кристаллов? Нет, за это тоже требует. И за это требует. А, друзья, слишком много хотят от меня кристаллов. Но самое неулучшенное у меня, конечно же, картофель фри. Давайте, наверное, его и улучшим. Вот, теперь он гораздо лучше смотрится. Может, еще кексиков? А давайте. О, смотрите, какой кексик. О, красота. Только кристаллов у меня совсем не осталось. Зато 32 уровень пройден на 3 звезды. Что ж, давайте попробуем с улучшением что-нибудь такое этакое сготовить. Итак, надо следить за кексиками. Они дают очень много. Ну, прямо очень много. Ну, прямо несказанно много. Так и так. Ой, они хотят улучшенную картофель фри. Что ж, мы им дадим улучшенную картофель фри. Кекс. Давай. Опа, получилось. Представляете, у меня получилось. Так, забирайте. И сюда забирайте. Так, что еще она хочет? Ой, кетчуп, кетчуп, она хочет кетчуп. И вкусняшку, и сюда. Отлично, у меня еще есть. А, для вас вот. Только не надо расстраиваться, пожалуйста. Сейчас я всех накормлю. Так, сосиска и кетчуп возьмите, пожалуйста. Так, главное ничего не пропустить. Ой, здесь все есть, вот так вот. Отлично. И сосиска. Ой, замечательно, прямо-таки получилось. Теперь в эту сторону идем, но не пропускаем никого-никого. Смотрите, друзья, у меня получается. С улучшенными получается очень даже быстро. Итак, поехали. Вот сюда и сюда. А, ну почему? Ай, да-да-да, извините, пожалуйста, это большой бургер. И я не увидела. Упс, вот теперь уже похуже выходит, потому что на одном задержалась. Они хотят большие бургеры, а я не, у меня не получается. Ну на, почему он не берет? Эй, я что не... А, я котлету не положила. О, кажется, тут я опять проиграю. Ну что ж, ничего страшного. Надеюсь, что хотя бы 2 звезды я заработаю. Так, сюда. Отлично. И сюда, и вот сюда, и обычный кексик. Замечательно. Так, еще, еще. И один. Ой, главное не потерять клиентов. И вот так, и... Ой-ой-ой, ребята, это так сложно, просто невероятно. Вот, возьмите, пожалуйста, кексик. Есть, случилось, получилось, получилось. Так, погодите, я еще деньги не забрала. О, 3 звезды, друзья, мне опять повезло. Жалко, что за это кристаллики не дают. Очень даже жалко. Как же мне улучшаться, когда у меня ни граммушки кристалликов нету? Что ж, может, колу улучшить здесь? Или, да...
или котлетки. Даже не знаю, потратить последние свои кристаллики. Для чего, друзья, для чего мне их тратить, непонятно. Так, и здесь, по-моему, да. И здесь ничего, и там ничего. А здесь у меня все даже улучшенное. О, помидоры! Смотрите, помидоры улучшенные и без всяких кристалликов. О, зато картофель фри теперь стоит просто бешеных денег. Ну что ж, я по этому счету не переживаю. Думаю, что я в кофейне очень даже хорошо сегодня позаработала. Так, давайте посмотрим, может быть, я действительно что-нибудь ценное заработала. А, еще не заработала. Ну что ж, ничего страшного. А вот здесь вот кристаллы можно получить. О, это, кажется, рулетка. Да, это мне не очень подходит. Ну что ж, а здесь есть рулетка. Ха, надо потратить монеты. Ну, может получиться кристаллы. Что ж, я трачу монеты. Давайте, хочу в рулетку поиграть. О, денежки, спасибо. А если я 200? Ну, кристалликов мне так надо, хоть немножко кристалликов. 250. А если еще раз 100? Давай, 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 кристаллы, кристаллы. Да, кристаллы. Целых 2, спасибо. А если еще раз 100? Ну же, ну же, ну же, рулеточка, не подведи. О, счастье было так обмануто. Кажется, я их просто потратила. Но ничего, кое-что я все-таки подзаработала. И нам пора во второй наш спортбар. Не дождется, пока мы в него сыграем. Ждет, так говорится, и не дождется. О, да, здесь, кажется, все гораздо сложнее. Но ничего, моя цель 220. Понятия не имею, как это делается. Я уже все позабыла. Ага, надо поджарить сосиску, положить картошечку и с сосиской. О, мне же здесь все надо улучшать. Сосиски жарятся просто молниеносно. Ну что ж, возьмите, пожалуйста, хоть как-нибудь. Отлично, раз, два. И футбольный мяч. Сосиску жарим, как всегда. Итак, здесь просто футбольный мяч. Спасибо большое. Так, сосисочка, ну, может, ты поджаришь тоже поскорее, а то вдруг опять захотят сосиску. Ну, конечно, захотят, я так и знала. Что ж, следующая, я думаю, не будет хотеть сосиску. Или все-таки будет? Слушайте, друзья, здесь надо все покупать, и стол, и все на свете, а у меня всего так мало. Так, ну что ж, я готова, вот так. Слушайте, они прямо не хотят сосисок особенно. Ну, ладно, я не буду, а то вдруг стола не хватит, и сосиску придется куда-то выкидывать. Мы вначале используем вот эту сосиску, а потом уже все остальное, кстати. Вот она и подошла, моя сосисочка. Ну что, кто там еще? А, футбольный мяч и вот такая вот вкусняшка. Возьмите, пожалуйста. Слушайте, на первых порах здесь... Ой, зачем же я сосиску поставила? Кто-нибудь хочет сосиску? Кто-нибудь хочет сосиску? Давай ты хочешь сосиску, давай. А, он хочет футбольный мяч. У меня сейчас сосиска. Ай-яй-яй-яй, что же мне делать? Так, я успею. А далее... Ай-ай-ай. Успела, друзья, представляете? Вот это да! Вот это я успела, я просто не верю своим глазам. Но почему у меня, почему у меня так мало клиентов? Я вообще ничего понять не могу. Я же зарабатываю. По 2 звезды. Что ж, придется что-нибудь купить. Итак, сковородка дорогая, тут тоже как бы не дешевенько. А здесь что? А, еще один стол стоит 1000 монет и 3 кристалла. Вы что, издеваетесь? Так, тарелки. Ну, мне зачем тарелки? Подносы мне тоже не нужны. Футбольные мячи. Как же все дорого. О, кажется, оливки я бы могла купить. Нет, я хочу купить еще и еще. Да, я знаю, что я точно хочу купить. Я играю 4-й уровень и зарабатываю побольше монет. Я хочу купить стол, друзья. Именно стол. Итак, кто первый? Ну же, скорее соображай, что ты именно хочешь. Ой, это, кажется, он футбольный мяч хотел. Знаете, пожалуйста. Так, сосиска, отлично. И еще одну сосиску сразу ставим. Раз, два, возьмите. Вот здесь прямо очень быстренько все происходит. Вот это мы поставили и сосиску положили. Сосиску положили, вот, заметь, еще одна сосиска. Вы издеваетесь? Я же так ничего не успею. Ха-ха. Слушайте, может поставить, а вдруг они захотят что-нибудь особенное? О нет, особенное, кажется, они уже не захотят.
Итак, сосиска сюда. Отлично. Еще одна сосиска. И еще одна тарелка. Привет, приятельчок. И ты сосиску хочешь? Да что ты издеваешься, что ли? У меня уже есть клиент на сосиску. Ну же, вот так вот. И еще. Ну ничего страшного, я думаю. Вот тебе, пожалуйста, получай. Так, я быстро. Я, честное слово, я бы... О, нет! Теперь они хотят все сосиски! Нет! Да что ж вы сговорились, что ли? У меня же так не получится, мне надо 2 стола! Ладно, хоть кому-нибудь чего-нибудь продам. Ну же, сосиска, ну пожалуйста, я потеряю одного клиента. О, нет, не потеряла, все-таки успела. Но этого клиента я уж точно потеряю. Хоть бы одну звездочку заработать. Нет, одну я все-таки заработала. Пожалуйста, сосиска, ну еще чуть-чуть. Ну еще граммочку, вот так, я быстро. Во! Что? Одна звезда? Это просто позор! Нет. Но зато, кажется, мне хватит монеток, и я смогу кое-что подзаработать. Итак, смотрите, у меня появился напиток и аппарат миндального напитка. А мне обязательно это прямо сейчас покупать? О, да. Кажется, мне это обязательно прямо сейчас покупать. Нет, только не это. Я не хочу это сейчас покупать. Мне нужно... Так, погодите. Мне это не нужно. Мне нужен стол. Мне прямо очень нужен стол. О, я купила еще один стол. Теперь я точно смогу хоть как-нибудь выиграть в этот 4-й уровень. Давайте пройдем, попробуем. Ну-ка, стол готов. Отлично. 2 сосиски. Ой, мне нужна сковородка, друзья. Ну что ж, сосиски можно, по крайней мере, жарить заранее. Так, сковородка мне нужна, друзья, сковородка, вот так вот, отлично, так, сюда, вот так, и сразу сосиска, иначе мне не повезет, зачем мне надо было этот стол, да, что-то я, по-моему, не очень рассчитала, мне нужны 2 сковородки, но ничего страшного, сейчас одному и второму, а третьему мы все сделаем, пока у нас все жарится и кашеварится. Ну, в смысле, сосиски. Давай, сосисочка, давай! Вот так мы должны, мы не должны потерять ни одного клиента. Так, еще один клиент пришел, и еще один клиент пришел. И все хотят одного и того же. Вкусную сосиску. Ладно, мы хотя бы с этим клиентом разберемся. Возьмите, пожалуйста. Так, отлично. Нет, это плохо, это правда плохо. Ну, немножечко побыстрее, конечно, ребята. Немножечко, совсем чуть-чуть, очень быстро все уходит. Так, ну, может, хоть один клиент будет доволен. А, я, наверное, не тому клиенту дала эту сосиску. О, это сейчас уйдет. Все, друзья, прощайте, мои клиенты. Все, он ушел, он заплатил мне минимум. Но, вы знаете, я одного хотя бы клиента не потеряю. Что я... А, упс. Упс, вы получили новый уровень опыта, 10-й, теперь доступен китайский ресторан. Спасибо большое, только вот заработано текущий баланс. Какой кошмар, но зато я немножечко, хоть немножечко могу сейчас хоть что-нибудь с этим сделать. Просто ужас. Сковородка, 2000, где я возьму 2000? Так, думай, болтушка, думай. А, знаю! Знаю, что с этим можно сделать. Иду в другой свой ресторанчик, чтобы заработать побольше монет. У меня здесь есть пекарня, и я хочу начать выпекание пирогов. Итак, первый уровень я на 3 звезды прошла, второй, надеюсь, что тоже. Ваша цель 230 монет. Значит, я могу кое-что... Я, правда, не помню, как это делается. Ой, друзья, я не помню, как это делается. По-моему, кажется, вот так. Кофе, пирог, пирог, кофе, напиток. Ага, все хотят напиток. Ой, все хотят одни только напитки и больше ничего. Нет, погодите, кто-то хочет и пирог. Так, давай достаем пирог и отдаем. Отлично, напиток первый. Так, напиток второй. Ой-ой-ой-ой, как же долго делается, ребята, вообще ужас. Так, погодите, напиток готов. Ладно, а, нет. Плохо дело, совсем плохо дело. Ну что ж, у меня хотя бы пирог есть, напиток готовится. Слушайте, друзья, так это вообще очень сложно, когда у тебя вообще ничегошеньки нету. Здесь хотят напиток кофе, пожалуйста, кофе. Вот, отлично. Здесь напиток. Готовится он просто ужасно, ужасно долго. Кофе, ты мне должен помочь.
Так, хорошо, сюда. Ай-яй-яй, копейница, копейница, пожалуйста. Ой-ой-ой, ладно, все равно это будет очень дорого и очень долго. Так, все, уходите, товарищ, я вас все равно не обслужу сегодня. Вот честное слово, если бы у меня все быстро работало, я бы, конечно, смогла. А так у меня все работает очень-очень медленно. И второй уровень просто невыносимо сложный. Так, а здесь мне надо две духовки? Вы издеваетесь? Кажется, я не успеваю. Я ничегошеньки не успеваю. Ну, давай, напиточки, готовьтесь. Так, кому? Вот тебе. Отлично. Еще. Хорошо. Так, кофеечек. Замечательно. Ну, давай хоть что-нибудь. Так, слушайте, я уже один приготовила тортик, а один готовится. Кофе, что ж ты так долго? А вот, я тебе дам. Так, а этот уйдет. Я опять потеряла одного клиента. Но вы знаете, я больше заработаю. Так, и вот сюда. Вот, отлично. Еще не все потеряно. Еще один пирог. Нет, кажется, пирог мне уже не понадобится. Слушайте, как же это сложно все-таки. Не хочу терять своих клиентов, но, похоже, я уже не первого потеряла. Вот так, хорошо. И еще один клиент, может, кто-нибудь войдет. Может, кто-нибудь придет? Ну, пожалуйста. Да, я так много не заработаю. У меня еще один клиент, и все готовится просто невероятно медленно. Так, я что-то не поняла. Две звезды. Ну, хорошо, хотя бы две звезды. Что? Я ничего почти не заработала? Так не может быть. Так, погодите, что здесь вообще есть? Я вот это хочу посмотреть. Ага, кофеварка эспрессо будет лучше и быстрее готовить. А это просто сам эспрессо. А это миксер для молочного коктейля тоже побыстрее будет готовить. О, ребята, это ужасно, ужасно все долго и сложно. Мне действительно надо развиваться, честное слово. Где же я могу заработать получше? Ну, конечно, в своей кофейне. Думаю, в ней я могу заработать получше. Ну, в смысле, для закусочной. Хотя меня тут просят свой интерьер подделать, подстроить. Но у меня нету на это денег. Ну, честное слово, я хочу хотя бы где-нибудь сыграть. Так, все, играю в закусочную, зарабатываю 2000 монет. Последний раз, чтобы хоть что-нибудь прокачать. Так, закусочная, я надеюсь, ты мне поможешь. Надо 3 звезды, очень надо, правда, вот честное слово, надо 3 звезды, моя миленькая, дорогая моя закусочная, 3. Только 3 звезды может мне помочь. Отлично, так, кетчупик, замечательно. Так, и вот эта штучка, замечательно. Еще, а вам, пожалуйста, пожалуйста, еще. И вот так, и вот так. Слушайте, вот здесь работать гораздо приятнее. Так, отлично. Ну, извините, простите, я все, что могу, вам подарю. Так, еще, и еще, и ай-яй-яй-яй, не успеваем и не успеваем. Нет, мы все-таки все успели. Так, там нужно побольше денежек. Слушайте, а помидоры такие смачные прямо получаются. И, кстати, помидоры больше всего заказывают. Так, отлично. Раз, помидорчики и салатик 2. А, котлету опять забыла. Все время думаю, что я делаю не так. Ой, сюда гамбургер. Ай-яй-яй, с помидором, с салатом и вот так. О, да, что-то я, по-моему, переборщила. Одним готовлю, другим забываю. Кексик, последний кексик. Нет, я этого не буду делать больше. На кексиков у меня просто нету ни денег, ни возможностей. Так, а хотят еще кексики. Вот честное слово, хотят. Но я им не могу их предоставить. Не могу, и все. Хоть что мне говори, не могу. Так, здесь я могу сделать... Все, что могу сделать, это накормить вкуснющими, обалденными гамбургерами и хот-догами. Слушайте, это так сложно на самом деле. Как вы это играете? Просто невероятно. Так, здесь, ага, забыли за тебя, приятель. Сейчас у него выйдет терпение. А, спасибо, пожалуйста. И вот сюда помидорки. Вкусные помидорки. Да, прокачалась я на славу. И опять 3 звезды, друзья. 3 звезды. 2000.
наконец-то! Ну, теперь я уж точно куда-нибудь загляну. Так, назад я... Ну, подождите, ну, одну минуточку. Ну, мне правда, мне очень нужно. Ну, очень. Вот, все, я выхожу в главное и прокачиваю сковородку. Ну, я хоть где-нибудь должна хотя бы немножечко выигрывать, а не проигрывать. Мне уж это совсем не нравится. Итак, погодите, мне нужно не сюда, мне нужно вот сюда. И в улучшение для кухни, там всего 2%, не терпит никакой критики. Мне нужна сковородка, новая сковородка. Кажется, у меня теперь две сковородки. Ну что ж, давайте попробуем сыграть этот злосчастный 4-й уровень. Итак, две сковородки. Почему у меня нету сковородки? Почему у меня нету второй сковородки? Я что-то ничего не поняла. Мне сказали, что будет сковородка, а ее нету. Эй, сковородка. Не понимаю. Ничегошеньки не понимаю. Что с ней так? Я же купила еще одну сковородку. Нет, я ее что, не купила? Друзья мои подписчики, я что, не купила себе сковородку? О, смотрите, эта сковородка гораздо быстрее работает. Ну-ка, будем рассчитывать, будем надеяться. Ой, у меня еще и коктейльчики появились, представляете? Так, хорошо, коктейли это очень-очень-очень хорошо. Но сковородка это главнее. Так, погодите. Вот так, и еще, и еще, и еще. Так, я надеюсь, что вам одной сосиски... О, замечательно. Еще одна сосиска, еще вот сюда, еще сковородка. Ребята, я успеваю, кажется, я очень даже неплохо успеваю. И очень даже неплохо подзарабатываю. Так, ну сосиска, ну дожаривайся поскорее, пожалуйста. Ну человек уже голодный. Еще одна сосисочка, еще одна сковородочка. Так, а здесь у меня оливочки. Замечательно. Ой, кажется, сейчас все провалю. Нет, не провалила. Но у меня еще один человек голодный. Все-таки мне эта сковородка, честно говоря, не очень нравится. Я думала, будет две сковородки, а получилась одна. Ну, ладно. И так ничего. На две звезды я все-таки не натянула. Но я ничегошеньки не понимаю, что же я сделала не так. Почему у меня не появилось... Две сковородки. Может быть здесь, или здесь, или здесь. Футбольные мячи, оливки, ветчина, фасоль, аппарат миндального напитка. Миндальный напиток. У меня совсем здесь нету двух сковородок. Ничегошеньки не понимаю. А сковородка для сосисок. Улучшение. Нет, спасибо. В магазин я не могу за этим пойти. Странно все это, друзья. Но ничего, попробуй пройти 5-й уровень. Посмотрим, может за миндальные напитки мне дадут побольше монет. Итак, сковородка хоть и одна, но все же. О, смотрите, хотят миндальный напиток. Только он набирается 1000 лет. Я просто в шоке. Как же долго он набирается. Возьмите миндальный напиток себе. А мне оставьте сковородку с моими сосисками. Опять миндальный напиток, сковородка с сосисками. Ладно, хотя бы вот этой штуке положу. Уже подождут немножечко дольше. И миндальный напиточек. Так, давай, сосиска, давай, не подведи меня, пожалуйста. Вот когда хотят просто поднос, вы знаете, это даже очень хорошо. А когда постоянно хотят что-нибудь особенное, этакое, приэтакое, вот это мне, конечно, не очень нравится. Так вот, а кому раньше давать? Тому, кто с сосиской или тому, кто с миндалем? Так, вот этот вот точно может подождать. Сосиска и миндальный напиток, отлично. Еще одна сосиска и футбольный мяч. Ох, как мне нравится, когда кто-то хочет или поднос, или футбольный мяч и не задавливает меня своей сосиской. Так, сосиска, кажется, готова. Сейчас вот этому товарищу дадим. И, о нет, тут уже опять 3 сосиски. Ну как их делать, друзья? Мне надо улучшать сковородку, иначе у меня вообще ничего не будет получаться. Так, и здесь сосиска. А, вот этот уйдет. Я прямо чувствую, что... Они все поуходили. Я даже ничего толком не заработала. Нет, мне это совершенно не нравится. Друзья, как вы умудряетесь развиваться? Напишите мне в комментариях, почему у меня нету 2 сковородок и есть столы за монеты. Я ничегошеньки не понимаю. Поэтому буду ждать вас. Вы же у меня все.
все-все знаете. И чтобы моих подписчиков было больше, а советов еще больше, те, кто не подписались, обязательно подписывайтесь и жмите колокольчик. Встретимся с вами очень скоро. Чао, какао!